исходил, хотя важен ли размер пипиндрика? Бля, ладно, вот это поинтереснее будет. Девки любят пресс? Yes. А я нет. А может, любишь пузика? Не, ну не настолько, но... Не настолько? Здорово, это я, Эдриан Джи. Надеюсь, что у вас все четко, в какой бы жопе вы сейчас ни находились. А для сегодняшнего... И рожа у него не особо-то привлекательная. Ты бы с ним... Нет. Нет-нет? Это зависит от многого. От многих факторов. Какая личность? Не знаешь. Окей, окей. А что насчет тебя? А чему не любишь пресс? Мне это не кажется привлекательным. Размерчик имеет значение? Имеет. Но не прям уж совсем. Я в том смысле, что... Смотря еще, что этот парень может предложить. И что он умеет. А какой хороший размерчик? И что-то около того. Подожди, погоди, Зак, ты понял? Погоди, погоди. Это примерно... А, ну-ка. Это примерно, бля... Да это примерно 22, блядь, я хуй знаю. Свой тэпок для измерения. Так, это у нас размер... 6,5. На наш 37-й. Вот, тэпок. Так, ну-ка. Нужен хороший размер. Что еще важно? Обхват. Ты что-то сказал? А, обхват. Обхват? Ну, ширина. А да. Ну, знаешь, от нее многое зависит. Итак. Подойдет как у микрофона? А да, хороший обхват. Готовы? Ага. Хотите поучаствовать в уличном интервью? А о чем? Об отсосе. Отсосе? Я чертовски это люблю. Да не гони. Я тебе не дам 42. Ты обманываешь. Тебе лет 20. Мне 25. Мы же говорили об отсосе. А, да, окей. Итак, ты любишь сосо? Yes, да. Это не вопрос, но... Раз вам было так интересно... То поэтому я и решил спросить именно об отсосе. Это твой единственный вопрос. И мне кажется, что этот микрофон не настоящий. Ну-ка. It's fake. It's fake. И вон та камера тоже фейк. Да, это не настоящая камера. Просто муляж. Все, давайте серьезно. Размер имеет значение? Да. А хотя нет, это словно движение океана. Движение океана? Люблю эту аналогию, да. А что это значит? Движение это что, типа... Чё, блядь, движение океана, чё... Типа как течение сквозь океан? У тебя может быть маленький пипинтрик. Ну да, корнишончик. Но если ты знаешь, как двигаться, то все будет ништяк. Но если у тебя маленький пипинтрик и двигаться ты не умеешь, то ты лошара. Я согласна. Да? Присяк любишь? Бля, самое первое, что эти бабы сделают, это съебутся, бля, типа, если увидят пипиндрик. Как бы это факт, ну, очевидно же. Это они на камеру такие, ой, да не, неважно, блядь, неважно, нахуй. А потом, когда ты расходишь, они такие, бля, такой маленький хуй. Присяк? Да, присяк. Присяк, это не обязательно. Не обязательно. Нормальное окей. Оформление. Мне нравятся типы, мне вот нравится. Такие, как ты. Я считаю, что в какой-то мере размер важен. Но я из тех, для кого личность человека гораздо важнее. Гоча, гоча. Да все а ты скажешь на это? Важен не размер судна, а то, как он движется по океану. Да, такое мне нравится. Интересно. Это не размер судна, это движение океана. Согласна. А что вы имеете в виду под этим движением? А что за движения-то такие? Может, продемонстрируете? Это зовется не демонстрацией, а игрой. Да, у тебя... Дневной игрой или ночной? Ночной. Утренний. Хороший размерчик это сколько? Можете? Ну, например, с микрофончик. Да он же огромен. Боже ж ты мой. Нет. А что насчет? С таким было бы больно. Вот десяточка. Ага. А это как две десяточки. Ну что ж. А да. Как оно? У тебя красивые шары. Спасибо. Не за что. Итак, сегодня мы задаем пару вопросов. Слушай, а давай сходу начнем с самого жесткого, да? Да. Окей, размер важен? В какой-то степени да. Потому что если он умеет двигаться в океане, то это хорошо. Блять, что за океан нахуй? Почему они все про океан говорят, блять? В какой-то степени увеличивает твою ценность. А вот это ваше движение океанское, это ваша американская фишка? Это вторая, кто нам говорит про это движение в океане. Типа, главное не размер судна, а движение в океане. Ну, я думаю, что это американская фишка. Ну, типа, многим тёлочкам нужна именно огромная шишка. Но если ты и обрубочком орудуешь, то это все компенсирует. Вопрос следующий. Любишь присяк? Да, а кто нет? Окей. Но также люблю и пузики. Все люблю. То есть и с телом папика, и с присухой? И без присухи, неважно.
А да, любые животики секси. А вот на что ты думаешь? Девчульки обращают внимание в парнишках. Они... на рост. Многим тёлкам нужны бабки, но это не про меня. Не про тебя? Нет. Окей, кул. Манеры. Как ты относишься к сервису? Это очень важно. Вот когда я гуляю, и если ребята грубо ведут себя с персоналом ресторана, то пошли они, мудаки. Я против таких. Окей. И вот. Так, это очень интересно, но это не то. Чё тут ещё интересного? Так, вот, блядь, с изменами вообще прям пушка. Но что-то ничего не выходило.